Дверь номер 5. Это баги? Чуваки. Что делать? Всем привет, ребята. Я вернулся в эту игру. В прошлый раз я дошел до 13 двери. Сегодня у меня будет цель дойти до самой последней двери. Если я не ошибаюсь, по-моему, это 100-я дверь. Сегодня я буду проходить 100 дверей. Но если, конечно, меня кто-то не убьет. Так, нам нужен ключ. Ключ, по-моему, вот тут. Да, он тут. Ключ от первой двери. Отлично, мы уже прошли 1/100 часть. Открывайся. Ну? Ребята, я прошел сквозь двери. Так, сразу нужно тут проверять эти шкафчики. Вдруг тут будет зажигалка. Я, кстати, просмотрел туториал, и я понял, что я неправильно в прошлый раз сделал. Поэтому я сегодня буду исправляться. Так, чуваки, тут ничего нету. Опять лаги у меня всегда. Так, тут вообще... Ага, тут нету шкафчика. Пошли в дверь номер 4. Так, тут вроде тоже ничего нету. Дверь номер 5. А, это баги? Чуваки. Что делать? Да, это были баги. Я зажигалка. Зажигалку нам нужно беречь. Поэтому я не буду ее использовать. Так, нам нужен, как я понял, ключ от двери номер 6. Где ключи? Но ключи, наверное, в какой-то комнате. Давайте проверим сюда. Да, тут есть шкафчики. Надеюсь, что тут будут ключи. Да, тут только монетки. Тут нет ключей. Так, а эта дверь? Так, тут много шкафчиков. Возможно, тут будут ключи. Карандаши. Вообще, кто карандаши держит в шкафчиках? Так, тут монетки, тут монетки, тут монетки. Кстати, я не знаю, для чего они. Так, тут нету ключа. Где он может быть? Подождите, а я вроде все проверил. Либо я слепой, либо реально ключика нету. Ой, что это было? Ребята, спустя 100 лет я нашел ключ, наконец-то. Давай-давай, открывай, открывай. Да. Так. Дождик идет за окном. Вообще атмосферная игра, ребята, согласитесь. Монетки. Дождик такой. Да, хорошо, что мы в отеле. Так, тут нет ничего. Давайте пойдем в дверь номер 7. Это, ребят, только 7-я дверь, а я уже устал. Так, тут только шкафы. 8. Ну, это опять, наверное, лаги у меня. Или нет? Да, это лаги. Так, нам нужен ключ. Как я понял, да, опять. Давайте пойдем в эту комнату. И будем находить этот ключ. Вдруг нам повезет, и мы не будем так долго искать. И сразу найдем. Пойдем в эту комнату. Так, а что нам просят? Напечатать книгу какую-то? Монетки, монетки, письмо, письмо, карандаши, карандаши. Так, пойдем в эту комнату. Так, письма, письма. Ребята, а где ключи? Нету ключей. Опять я не могу найти этот ключ. Может, где-то я не могу найти, не вижу. Так, ну, по-моему, я все, то есть, прошел все двери. Может, тут? Нету. Наверное, где-то я Ребята, ключи были на кровати. Как я не смог их увидеть? Опять я залез под кровать. Да что ты залезаешь под кровать? Все, наконец-то я нашел эти ключи. Тут можно, интересно, бегать? Нет, тут нельзя бегать. Давай-давай, я открою еще дверь. Па-па-па-па. Давай, зажимай. Отлично. Так, ну опять у меня эти лаги. Так, ну тут вообще пустая комната. Меня это очень радует, потому что мне не придется искать ключи эти фиговые. Так, опять пустая комната. Так, тут уже не пустая комната. Так, письма. Так. Опа.
Подождите, с освещением проблемы? Либо это у меня лаги. Если с освещением проблемы, то близко этот... Да-да-да! Блин! Ай! Меня убил все-таки этот раж. Я не успел залезть в шкаф и спрятаться. Я умер. Походу, у тебя проблемы с рашем. Свет всегда моргает, когда он рядом. Но это я вот понял. Я подумал, что это лаги на телефоне, а не... Что сверх моргает. Когда это происходит, найди укрытие. Да я пытался найти укрытие. Да, чуваки. Ну, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Я достиг 13-й двери, но когда я играл без записи, я дошел до 24-й двери. Не знаю, может, это какое-то проклятие, то, что когда я снимаю всегда на 13-й двери, я останавливаюсь. В следующем видео я обязательно пройду эту игру. А на этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Всем пока!